Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество на стандартной скорости делать Америку великой снова. Потому что я иноагент, который вот играет в ЦИЛУ. В любом случае, если вы случайно наткнулись на это видео, на эту серию, то лучше начать с первой серии смотреть. Ссылка есть в описании, либо в комментариях, прикрепленном к этому видео. Ну а спонсоры канала, благодаря которым, собственно, и хочется это все записывать и делать, все серии видят сразу, а вкладки сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Давайте продолжу. В общем-то, у меня план вот этот остров заселять, но для этого нам нужны каравеллы сначала. Тогда я поменяю карточку. Значит, каравеллы требуют две гавани, значит, мне вот эту гавань надо достроить, 5 ходов. Значит, что-то мне 5 ходов надо пока пооткрывать, чтобы карточку поставить. Давайте пока гуманизм начну, а потом просто переключу на божественное право. Тут кораблик лечить отправляем. Тут ждем 2 хода, когда само присоединится. Здесь исследуем арабов. Кстати, по-моему, я... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нет, где-то еще один. Вот тут, наверное, еще город. По-моему, их 8 или 9 должно быть у Канады. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Еще 3 города. Значит, вот тут где-то город точно. Вот тут явно. Тут еще один город. Ну, Канада хорошо, конечно, расставила города. Ничего не скажу. Ну, конечно, не везде у нее тундра здесь, прямо скажем. Но тут и места тоже хорошие. А то удивлен, что тут дальше ниже Канада не ставит ничего. Ну ладно, я думаю, потом все будет. Так, завершили водяную мельницу. 7 ходов. Я гляну. У меня точно все на еду обрабатываются именно. И 6 ходов до 7-го жителя. Значит, мне 6 ходов можно что-нибудь построить. Может, акведук? Как раз... Блин, ну тут на холмах на самом деле жалко все это делать. Петра. Петру тоже хочется построить. Ладно. А, я хотел, кстати, помощь проверить. Давайте я 165 монет дам Франции. Я хочу проверить, сколько это добавит очков помощи. Для войны заключить сделку. Подарить подарок. По-моему, следующим ходом должно обновиться. Сейчас глянем. Так, ну здесь строители тогда пока. Я лично всегда получал удовольствие от легкого шпионажа. У меня ж, помню, одного шпиона нету. Ну... Чё это она? Статую Зевса Хамурапи построил. Убился об меня варвар, хорошо. Так, и проверка. Да. Собственно, одно золото это одно очко. Так, слушайте, ну нормально. Давайте я вот сейчас деньги именно на помощь буду отправлять. Зание помощи не это долго. Еще один ход здесь. Из столицы давайте. Им отправлять край. Что, я еще один могу караван сделать? Или этот я просто... Наверное, этот еще не отправил просто. Тут проплывов никаких нету. Но вообще 4 хода до каравелл. Надо возвращать эту галеру тоже. Лечить и апгрейдить. Просто в Канаду буду отправлять караваны. Так, 13 ходов. Лос-Анджелес, нехватка жилья. Это понятно.
Пингала вернулся в Вашингтон, у меня сразу 105 науки стало. Блин, обрабатывать. Кукурузу или нет? Наверное, пока обработаю. Пускай две. Я пока не знаю, какие я там районы буду ставить, а это все-таки еда дополнительная. В Франции, кстати, можно подружиться. Всех принимаем посольство. Что у нас по науке? 29-35. Камурапи. Ну, меня радует, что не впереди неизвестные мне цивилизации, что не где-то там на другом континенте кто-то офигительно развивается. Так, отлично. Сан-Франциско тоже растет. Из Вашингтона давайте... А куда у меня уже бегает? В Ванкувер и Оттаву? Давайте в Хатин, он подальше, я потом тогда смогу, например, корабом еще отправлять, когда там торговый пост создастся. Блин, я не переключил. Черт. Так. Порох пока... А, нет, порох не буду отменять, у меня же... Я оружейную фиг знает, когда построю только. Блин, мне еще нужны эти. Так, давайте в Вашингтоне я трибушет сделаю. Мне нужен еще трибушет, вообще-то. Еще один. Потому что вот эта фигня ускоряется не двумя бомбардами, а двумя трибушетами. Мастерская. Так, ну давайте... 250, например. И давайте просто соточку дадим Екатерине. Во-первых, дружбу объявим. И просто соточку подарим. Так, какие интересы поторговать у нас есть у кого-нибудь? У меня мед, мрамор. Так, красители у меня есть. Оливки у меня тоже есть. Да. А, вот трюфеля. Кстати, можно дружбу объявить даже с Хамурапи. Несмотря на то, что он мне войну объявлял в коалиции, ну, простим уже дурачка вавилонского. Научный союз с Хамурапи, наверное, нет. Наверное, нет, потому что далековато он. Я был чисто с Канадой в союзе, просто тупо потому, что с ней не очень... Первое, надо ждать 5 ходов, прежде чем с ней воевать. Второе, города Канады в тундре не особо нужны. Чикаго в жилье, ну тут и так на производство все включено. Формальный повод освободительную войну... Освободительную войну Трояну? А что он там такое захватил, что я могу ему освободительную? Странно. А, город одного из ваших друзей или... Наверное, Вавилона. А Вавилона, скорее всего... Нет, а Рен... Нет, Рен французов. Рим у Франции захватил Рен, и вот я могу освободительную объявлять. Уже 200 у арабов в своем медресе. Кстати, а что с религией? Тупо строит. 12 городов. Но только, видимо, арабские города в исламе.
А Канада так и не укрепила религию? О, есть уже паломничество. Но это мне ничего не дает. Это чисто канадцам. Для канадцев работает. Чарльстоне мастерская. Так. Кампус. Кампус, кампус. Ну, тут надо будет, наверное, какой-то район. Ну, вообще, надо рабочего пока. Пока рабочего. Потому что в Балтиморе надо сначала... Блин, я так долго, давно не играл без дипломатической площади. Каменоломня. У меня нету ни одной каменоломни. А, нет, что я вру. У меня два мрамора есть, вообще-то. Есть гавани. Открыли картографию. Что-то у меня гавани раньше построились. Ну да, правильно, я ж забыл переключить. Надо подождать один ход, прежде чем апгрейдить. Потому что... Так, и порох я открыл. Ну вообще, вообще мне нужна индустриализация, так что пошли прям в нее. Посмотрим уголь, это я никак ускорить не могу пока. Хотя как не могу, я открыл мушкетеров, правильно? Да, я смогу мушкетеров апнуть и вот тут убить варваров, точно. Так, давайте-ка я поплыву, потихоньку апну здесь уже на воде. Следующим ходом поставлю карточку. Так, просьба о помощи. Я на первом месте. Как вы думаете, захочет австралиец меня обогнать? Здесь давайте... Наверное, промышленную зону давайте. Вообще нету производства никакого. Там я мастерскую хочу купить, но пока берегу деньги на... На этот. На ап юнитов и на помощь Франции. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно. Великолепная гавань. Блин, так хочется Петру, конечно, в Балтиморе бахнуть. Так, все. Торговую республику мы оставляем, но мы ставим 50 скидков в золоте на улучшение юнитов. Вот. Ну, наверное, вместо содержания юнитов. Потому что это надо тут оставлять. Минус вообще еще экономические есть. Вообще, мне вот эту штуку надо, конечно, уже убирать, и надо поселенцев строить, раз я хочу... ту территорию занять. Ну, можно последний героизм поставить. А я вот, кстати, не помню, влияет ли это на Караллеллы, например. С другой стороны, ну, вообще там и юнит будет высаживаться. Вообще можно. Последний героизм. Так, бонус для гавани нафиг надо. Действующий губернатор с двумя и более повышениями, в принципе... В принципе, это тоже не... Давайте я вот эту сначала поставлю. Это должно и на Пингалу влиять, и на Лян. 4. 4. Так, теперь. Апгрейдим Каравеллу. Апгрейдим Каравеллу. А этот сколько стоит? И этого, да, апгрейдим. Отлично. Пока держим карточку, потому что мне еще одну каравеллу надо будет апнуть. Ну и здесь, наверное, гуманизм. Пока открываем. Ну, вроде не обгоняют меня. Этим рабочим, наверное, я шахты поделаю пока в Балтиморе. Именно здесь. Вот тут нельзя делать шахты, иначе уйдет престиж и уйдут наука.
культурой. Ну, слушайте, а раб тоже так нехило расселился. Тут мы... А, блин, два хода. Жаль. Я бы оставил производство. Ладно, придется еще строителя сделать. Наверное, в Вашингтоне будем поселять. Потому что во всех остальных городах очень маленькое производство. С другой стороны, конечно, далековато оттуда будет везти. Поселенцев не хочу ничего продавать. Франция осудила Рим. Не удивлен. Не, слушайте, селитра мне самому нужно. О, блин. Еще одну... Осадную тактику продвинули, потому что второй трибушет был создан. Так, давайте этими каравеллами будем тут контролировать ситуацию. А куда у нас может высадиться? Четыре хода. Да, давайте сюда. Сколько стоит? 180. Следующим ходом. Улучшим. Причем я ее, наверное, вот здесь улучшу и отсюда поплыву вниз исследовать. Я думаю, пора уже вырубать здесь лес. Делать промышленную зону. Вырублю, наверное, на поселенца. Промышленная, блин, ну театралку хочется ставить. С другой стороны... Все как-то... Может, тут дипломатически сделать? Конечно, его бы лучше в столице. В столице точно дипломатически уже нигде не всунуть. Хм... Гавань, священное место. Ладно, продолжаю еще строители пока. Ну да, вроде я победил в этом. Достаточно было просто денег дать Франции. Даже не надо проекты... Если вы вдруг кто не в курсе был, то вот это оказание помощи, это не только означает проекты делать, но можно просто дать денег. Бедный Кардив постоянно под этими... Видите, какая тут уже клетка? Так, я по... Блин, да вы прикалываетесь! Последний ход 200 сделал австралиец. Но это нечестно вот это сейчас было. Просто нечестно. Компьютер втихаря вот это вот все проворачивает. То есть только ходов он ничего не делал, специально ждал... Последнего момента. Ладно. Я запомнил. И затаил. Ну, я думаю, что здесь достаточно какой-нибудь одной каравеллы будет подержать. А это пускай плывет, находит другие цивилизации. Блин, там он еще сверху какие-то острова. Который, по идее, наверное, Рим должен заселять, но он нифига этого не делает. Так. 195. Ну, видимо, закончим этого строителя. У меня нету денег, просто клетку эту еще выкупить пока.
Тут континент, отделенный одной клеткой с горой. Очень интересно. Ну вот в Бостоне Петра не такая крутая будет, как в Балтиморе. Потому что, видите, на поймах рек она не работает. То есть вот на этих клетках, например, не будет ничего даваться. То есть буквально будет работать две клетки, получается. Так себе. Ну, видимо, амбар, чтобы быстрее город рос, хотя там жилье есть. Я сокрушу своих врагов, а если вы будете помогать им, то и сокрушу и вас. А кому я из его врагов помогаю? Вроде никому. Не хочу с Хаммурапи союза. А, ну только если Франции. Типа дружба. Блин, 218 уже у араба. Очень мне не нравится... Как араб развивается. Ну, тут еще клепались явно варвары, корабли, которые сюда плыли, так что... Так, ладно, давайте после шпиона делать посела. Конечно, покупал, но денег у меня вообще мало. Я не знаю, я бы, наверное... Я вот думаю, может было в Вашингтоне оставить, потому что у меня выкидывают Пенгалу из Вашингтона. Вот интересно, что выгоднее? Держать шпиона в Вашингтоне, чтобы Пенгалу не выкидывали, или отправить куда-нибудь и тырить ускорение технологий? Мне кажется, тут неоднозначный ответ. Так, производство, производство. Наверное, пожалуй, отправлю этого вот сюда обрабатывать клетки. Но опять же, нужны деньги выкупить клетками. Пока эту надо выкупить. Короче, надо, видимо, карточку на выкуп клеток поставить. Очевидно. Мне столько денег надо, и вот что-то не хватает. Скажите, я могу еще караван делать. А ко мне, кстати, Канада отправляет. По-моему, только один. Катастрофическое извержение. И что, разрушили мне красители? Да. У меня, короче, красители и оливки порушены. Видимо, может мне все-таки покупать их у кого-то, а то мне каждый... Хотя, с другой стороны, эти два вулкана закончили извергаться. Давайте... Не, ладно, сейчас поселенца. Ладно, отправлю пока к... Бля, где мне деньги? Негде деньги тырить. Мне надо в каком-то городе где-то воровать деньги, а ни у кого нету камень. Ну, конечно, судя по тому, как мы набиваем великих торговцев, да, только две цивилизации на карте построили центры коммерции. Это вообще нормально? Вообще ненормально. Ну, тогда, мне кажется, контрразведка реальный выбор, потому что иначе я просто не прокачаю шпиона. У нас тут самый выгодный. Не, ну Сингапур я не буду. Из Лос-Анджелеса в Викторию. Знаете, я пока все из столицы буду отправлять.
Да, вырубаю как раз на поселенца. Тут... Ну, я следующим ходом выкуплю клетку уже. Это главное, деньги не потратить ни на что. А, стоп. Не выкуплю. Блин. Ну, там надо выкупать. То есть без карточки, к сожалению. Черт. Так, здесь рабочего в Сан-Франциско давайте отправим. Этого рыбы обрабатывать. Этот пока просто тут контролирует появление кораблей, пока у нас мушкетер не добрался. Очень неудачно, конечно, лагерь расположен. Видите, сколько... Я не могу вот здесь высадиться, потому что скалы. И хрен знает, сколько времени до него добираться придется. Зачем я под выстрелы квадриремы подлез, интересно. Ладно, не буду пока этот остров исследовать. О, нашел континент и за счет этого получил, между прочим, бонусы к устремлению плюс 3. Так что это я нормально выбрал. Так, в Чарльстоне, наверное, уже хватит строителей делать. А что нам еще делать? Клетки я не могу купить, денег нету. Блин. Здания все построены. Может быть, заповедник все-таки хоть где-нибудь? А вот если я сюда заповедник поставлю? Ну, блин, вот эти клетки... Они ж не улучшатся. Притягивающий 2. А потрясающий должен быть как минимум 4, да? Да. Ай. Ну, кампус я, наверное, здесь буду строить. От Чарльстона можно даже пометить. Придется опять рабочего, что ли? Кто тут из юнитов? Рыцари нафиг нужны, латники, я уже все построил, летучие отряды. Так, а сейчас оказание помощи Канаде идет, да? Может, реально оказание помощи? То есть, просто посмотрим, сколько это даст. Мне кажется, выгоднее просто деньги давать. Проблема тут в том, что, видите, таким образом другая цивилизация, просто потому что они после меня ходят, могут перекупить и все. По-моему, нечестно. Так. Быстрее будут плавать на воде. И пошла индустриализация. Мне две мастерских. Так. Значит, сначала тут выкупаем эту клетку. Ну, блин, два хода ждать я не буду все-таки. Надо выкупить. Строить правительственную площадь. Это, я и так с правительственной площадью очень-очень задержался. Дальше. Давайте этим тут лесопилку сделаем. Еще рабочий. Ну, тут можно фермы организовать. Так, этот у нас вот тут фермы делает. Из Вашингтона. В Галифакс, наверное. Интересно, опять же, у компьютера союз, сарай... А, нет, уже нету. Но дружба, да? Почему он строит стены средневековые стены против араба? Непонятно. Блин, фига тут квадрирем. Ну, пока можно их прорядить. Не должны мне каравеллу убить. О, Англия. Что там поторговать? Благовоние. Намет.
Отлично. Нет, деньги пока не тратим. Ну, Англия так себе идет. Например, со мной наравне. Вьетнам. А вот и Вьетнам. На другом континенте. Не, ну Вьетнам надо захватывать, конечно. Без сомнения, за Америку. И торговать нечем. Наверное, конем плыть в другую сторону. Будем пробовать кругосветку. Попробуем успеть за эту эпоху. Надо же в героический век выйти. Так, амбар позволяет расти. Но я могу район, да, поставить. Кампус. Ух ты, а тут кампус-то на плюс 4 у нас имеется. Вау. Так, а промышленная зона. Вообще можно было бы здесь промышленную зону и здесь тогда венецианку. А так и надо, то есть сюда дамбу, а сюда акведук получается. Ну-ка. Вопрос только, какой последовательности все это делать. И отсюда надо медь убрать, естественно. Где у нас венецианочка? А, чё-то не вижу, не вижу, не вижу. Да блин, где иконка? Вот она, еле нашел. Так. Но вопрос тогда, какой последовательности и что строить? Ну, я бы сначала здесь промышленную зону, а потом кампус сделал. Наверное, тогда с акведука начнем. Потому что просто промышленную зону, она вообще практически ничего давать не будет. Ничего не продаем. Так, тут меняем. Скидка на улучшение юнитов поставим на покупку клеток дешевле. Вот, уменьшает стоимость покупки клеток. Этот поселенец у нас плывет сюда и бежит и летит. Ну, давайте пусть нам дадут реликвию. Селитра. Полная фигня. А кому-нибудь продать, наверное, селитру тогда? Хорошо, здесь фермы не успел поставить еще. Так, а проплыть, наверное, надо договариваться об открытых. У кого нету селитры и кто хочет ее купить? Вот Вьетнам, например, хочешь селитру? И мрамор у нас есть лишний, может. На оливки реально какие? У него мрамора нету и на красителе. Просто я знаю, что они у меня есть эти, но постоянно их заваливает вулканом. Да, вулкан сейчас не работает, но пока я сделаю рабочего, пока
обработаю заново. Там опять вулканы появятся, так что... Так, я вот думаю, ни одного тут города хватит, или все-таки несколько? Точнее, несколько, а два поставить. И тут два вполне красиво становятся. Так что, наверное, давайте еще поселенца. Смотрим, сколько этот проект даст очков. Пошли в посвящение. Должен сейчас получить этого чувака. Ускорить как раз. Ух ты. Франция объявила войну Хаммурапи. Ну, мне кажется, так себе идея со стороны Франции. Конечно, поможем. Короче, очень много стихийных этих бедствий. Главное... Главное как-то им реально помогать. Видимо, мне не стоит сейчас деньги тратить. Наверное, вот этого крабика. А этим пойдем этого крабика обработаем. Вот мне и надо будет клетки выкупать. Карточка на это стоит. Может быть, ваншот, наверное, да. Фига, тут никого вообще нету. Я... Говорю, по развитию. Вот там кто-то уже не... неизвестные цивилизации. Не... Блин, можно как-то вот, чтобы он меня не спрашивал больше никогда? Почему нельзя про союзы так сделать? Культурная победа. Но я еще дофига кого не встретил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, это я правительственную площадь построил, да. Ну, в данном случае, опять же, храм предков уже поздно. Зал для приемов и трон вождя уже поздно. Хотя захват вражеского города увеличивает производство на 20%. Не, зал для приемов и... Магнуса надо будет где-то в центре посадить. О, дамбу достроил. Так. Мастерскую будем просто строить. Здесь уже 10 производства. Нормально. Можно отправлять исследовать. Этот сейчас пойдет, соберет еще ударный кратер. А где-то же еще было, по-моему. Во, я совершенно забыл про это место, кстати. Надо сходить. Латником. Пути можно будет его еще апнуть, например. Ну, конечно, дорого стоят клетки. Так, тут не закончился проект. Еще один ход. Так, мне кажется, хватит тут подриремы убивать, а то скоро моей каравелке гамовер настанет. Рейн? Это немецкие места считаются, что ли? Так, Япония. О, Япония круто, 164.
И нечем торговать. Канада и Хамурапи здесь. Но они давно здесь. Вообще что-то как-то не отрываются. Не понял. А, блин, нехватка жилья. Я постоянно здесь, в Чикаго. Центр коммерции в Сан-Франциско. Рынок. Сколько это у меня городов? 4, 6, 8 у меня городов сейчас, да? Будет 9, 10. А несчастная Австралия с 4 так и осталось сидеть, да? Не, с 5. Где-то куда-то смогла 5 засунуть. Блин, тут даже еще и не подплыть, потому что все места закрыты скалами. Именно пешком придется все это. Так, Рим мне, к сожалению, открытые границы не даст. Единственная цивилизация, которая ко мне сейчас плохо относится. Кого встретили? Кахокию. Ну, кстати, в Кахокию... Я думаю, имеет смысл отправить послов. Все-таки центров коммерции и гавани у меня нормально. Лахор. В Лахоре, по-моему, каких-то юнитов дают. Да, не хангов. Ну... О! Сколько получил в итоге? 200 всего лишь. То есть 6 ходов делаешь проект, получаешь всего 200. Лучше деньги давать. Так, вот тут надо купить клетку и построить кампус. А в Вашингтоне следующую промышленную зону. Никуани текюах кетальтенос. Что-то Мексика далеко. А, нет, рядом с японцем. Ну, ацтеки так себе. Ну, 640 силы. Блин, 605 у немцев. Ах, слушайте, у меня 550, в принципе, с другой стороны. Рим все-таки сделал какую-то армию, а то все 0-0 было. Ну, не знаю, пошли, конечно, оливки обработаем красителями. Но эти вот постоянные... Разрушения, конечно, печалят. Наверное, у японцев надо проход просить. Однократно 12, ладно, это по-божески. Так, еще хочу сказать, что у ацтеков с кем-то война. О, давайте чайком торганем.
Блин, и не проплыть. Придется со стеками все-таки договариваться о проходе. О, открыли континент или чудо природы. Еще плюс 3. Должен героически, я думаю. Так, блин, надо отменить открытие индустриализации. Просвещение норм. Как раз следующим ходом ускорю его. Так, и этот посел у нас сюда же плывет. Блин, вообще карта реально огромная. Так, с ацтеком открытые границы. Блин, целый огромный остров, не... Никем не заселен и не исследован. Конечно, тут арабу бы надо бы здесь все это заселять. Я думаю, что мне надо Австралию убивать. Это жалко, этот бонус, блин, плюс 100%, конечно. Блин, а как-то Рим... А, Рим купил у Аншана юниты зачем-то. Блин, забрали того торговца кто-то. Да вы надоели. Там один ход оставалось. Я думаю, кстати, ну вот либерализм неплохо, а вот рационализм, мне кажется, немного мне науки даст. Плюс 6 всего лишь. Неохота. Давайте посмотрим, хочу ли я где-нибудь еще себе клетку выкупить. Обработаем медь. Просто хочу карточку убрать с покупки клеток. Престиж. Так, все фигня какая-то. Я тут клетки не хочу покупать. В принципе, те клетки, которые я обработал для Сан-Франциско, этого достаточно. Не знаю, можно вот эту выкупить, чтобы Сингапуру не досталось. Можно какую-то клетку для Балтимора Петру, чтобы построить. Вот эту, например. И вот эти клетки вокруг вулкана. Да. Давайте, наверное, так и сделаем. А, тут через один ход сама добавится, окей. Ну почему Балтимор добавляет клетку на горе? Вот эту для Петры выкуплю. То есть Чикаго, вот эти клетки, ну ладно, это второй радиус, ладно, но вы понимаете, что вот эти, конечно, намного более крутые. Так, 156, 156 и... Да блин, и эту надо. Все, 0 денег, 6 ходов. Ну вот теперь надо точно копить на то, чтобы Канаде помочь. В тютельку хватило на выкуп клеток, кстати. И либерализм хочу поставить. Подождите, а может мне городское планирование на что-нибудь еще заменить? Черные карточки я не ставлю. А, есть у нас наследие? Нет, я еще не построил. Не построил. Вот мне надо будет наследие республики поставить. Там тоже крутое на счастье. Театральная площадь, квартал Медины. Строителей не строил вообще-то нигде.
Ну, я давай тогда вассалов и расставлю юнитов по городам пока. Четыре довольства. Вашингтон поставим. Давайте, наверное, так как-то сделаем. Блин, хотел первого посла, наверное. Ну ладно, может, еще кого-нибудь найдем, просто ради одной кахоки. Как-то, может, и не надо было пока карточку ставить. Экономика, это там сколько? Два банка, по-моему. В Бостоне акведук, ну, наверное, промышленную зону уже пора. Дамбу мы иначе так будем долго строить. И дальше меркантилизм. По культуре у нас только Рим отрывается. Вообще, как компьютер не особо любит, хотя у Вьетнама должно быть дохрена культуры, по идее. А получается, никого даже больше сотни нету. Какое-то задание у Аншана было. Блин, в Австралии 600. То есть, грубо говоря, Австралия типа три проекта сделала. Ух ты, вообще мегаизвержение. Три населения. Но опять же, не у меня, я так понимаю, а у Кардифа. Блин, он, по-моему, вообще не дымился. Вообще сейчас не дымился этот. А, слушайте, вот такое ощущение, что просто анимация пропала. Активный. А, слушайте, анимация пропала, что он должен извергаться на самом деле. Тут извергается, видите, написано извергается, а тут активный. Что-то глючит, нету анимации. Не, не буду апаться, деньги нужны. Мне как минимум 600 надо. Я все попытаюсь дипломатически победить. Знаете, наверное, Магнуса в Чикаго. Я там вырубать ничего не буду. А, блин, мне надо было, наверное, все-таки Виктора в Чикаго. Виктора, наверное, в Перт, ладно. Чикаго Магнуса. Ух ты. Рабочий бесхозный плавал. Занимался баттерфляем. И за озеро Крейтер еще плюс 3 очка. Все, я уже набираю героический век. Блин, и тут не проплыть. Я так... Ну, я вот лошадь правильно отправил. Я бы без лошади кругосветку не сделал. Кажется, кампус тут бессмысленно ставить. И все остальные здания тут бессмысленно. Я имею в виду районы. О, колосс никто не построил. Не, ну 41 ход.
А, давай-то я тут промышленную зону. Какое-то производство сделаем. Плюс только производство при строительстве. Я бы за промышленную зону. 100 печным бонусом. Ну, тоже за промышленную. У меня два промышленных, правда, этого нифига не отправляю. А тут опять не угадаешь, как компьютер проголосует, поэтому... Кампус. Промышленный. О, получил одну очку. Блин, ну тут, конечно, вулканы мне, особенно вот здесь, так уже клетки поулучшали. Два заряда. Ну, поплывем пока тут исследовать. Не проплыть. Начинаем. Не начинаем, а бросаемся в догонку арабам. Так, Хамурапи в новом времени. Но это либо стандартизация, либо переработка угольную. А, ну, вообще можно увидеть, есть у нас выбросы СО2 вообще. Нету. И, значит, видимо, все-таки стандартизация. Три мушкетера. Ну, мне предлагают здесь город ставить. Но если я здесь поставлю, то у меня еще один второй не влезет. Мне кажется, надо здесь ставить. А второй либо на шоколаде. Нет, на шоколаде, наверное, вот сюда надо. Подождите, если я сюда поставлю. Раз, два, три. Вот радиус. Сюда. Да, наверное, вот сюда надо. Здесь, значит, город. И здесь. Этот город нормально так рыбных хозяйств. Он до жемчуга доберется. Нормально. Поймал шпиона. Отлично. Кто-то хотел мне пингал. Я думаю, что это Франция, конечно. Нет, Германии. А, похитить средства в Вашингтоне. Сейчас вот прокачка для моего шпиона. Викторов Перт. Очень правильно было Перт захватить в итоге. Правильным решением. Блин. Там арбалеты. Вавилону кто-то акведук поломал. Блин, тут еще какая-то территория. Почему-то никто там ничего не заселяет. Вот ацтек какие-то мелкие острова заселяет, а тут огромные красивые острова никто не заселяет. Еще один континент.
Да, я, кстати, на очках, на этих континентах очков эпох нормально так набрал. Зал для приемов. Блин, разведывательное управление 11 ходов. Но надо строить все равно. К сожалению, его не купить. Так, я по идее республиканское наследие могу поставить вместо вассалов, да. Ну, теперь в кампусах в два раза быстрее все строится, поэтому имеет смысл. Кстати, в Перте тоже. После мастерской. Ну, теперь можно трибушет возвращать обратно, потому что я вассалов убрал. На область влияния Англии и ее колонии. Интересно, где? Во-первых, зачувствовал, где Англия? О, и как я на ее область... Смотрите, у кого-то границы во втором радиусе столицы Англии. Ой, шоколад горит. Но шоколад же ни в чем не виноват. Он горит. Так, Вашингтон, Редфорд, кстати, Викторию. У меня 5 караванов в Канаду бегает. Походу, я еще один могу построить. Караван. Да. Давайте все-таки попробуем в Сингапур отправить. Так, два хода. Я вижу, что два хода остается из Бостона в Сингапур, да? Шестьсот. Блин, у варваров уже линейные пехотинцы. А это вот серьезно. Китай. 133 ступени. О, Китай хоть культура. Китай, наверное, впереди по культуре так нормальненько. Бристоль? Ага. Тут Китай практически захватил Англию. Ну, это, кстати, неожиданно, честно говоря. Это неожиданно. Так, есть с кем поторговать? Толк. Ну, тут, кстати, уже кругосветочка близко. Ходов до следующей эпохи дофига. Обычная пыльная буря в Бостоне. Так, меркантилизм открыли. Ну, логистику, кстати, тоже неплохо поставить на свои тир. И лагеря плюс производство и пища. Лагерей у меня дофига. Уголь. Это важно. Есть ли у меня уголь? Блин. Надо идти убирать там улучшения. Черт. А больше угля? Больше я не вижу лично у себя. Блин, Аншан. У Аншана... Ну, Сингапур, кстати, мне будет давать уголь. Просто мне уже дает. И все, видимо, да?
из того, что рядом. Ну вот, видите, опять. О, вернулась мини-карта. Надо союз продлить. Даже апельсинку готов за союз пожертвовать. Есть рыцарь. По-моему, рыцарем кавалерию, да. Мне бы рыцарем кого-нибудь... Ну, блин, линейную пехоту я хрен убью рыцарем. Будем надеяться, что там Сингапур как-нибудь на это дело повлияет. Один рыцарь. А вот этим, кстати, поплывем сюда куда-нибудь. Так, надо у кого-то попросить право прохода. Наверное, у Китая. Блин, 4 вход. Что-то дороговато Китай запросил. Ладно, пора 800 монет Канаде. Слушайте, а давайте национализм ускорим, объявив формальную войну Риму. У нас есть как раз освободительная война. Чё нет, у него этих союзников нету. Претензий я вообще за это не получаю. Ускоряю национализм. Вообще все путем. Не, я бы пока так все оставил. Вряд ли у него тут какая-то... Хотя у него гавань есть. Этими кораблями может приплыть, мне тут грабить. Блин, два линейных пехотинца у варваров. Откуда? Три линейных пехотинца. Фак. Что-то мне очень... А, блин, тут руинка. Что-то очень не хочется теперь туда. Тысяча. Ну, блин, если меня сейчас Австралия обгонит, то это просто читы со стороны компьютера будут. Вообще какой-то большой прям континент на самом деле. И незаселенный. Как и промышленная зона. Давайте пока мастерскую. Конечно, в кампусе дешевле строится, но у меня производства просто нету все равно. Ну, Канада тоже уже эти линейные пехотинцы, но сила армии у меня все равно недалеко. Так, фабрику. А потом, наверное, театралку будем... Плантация плюс пищу, научную теорию, да.
Блин, кофе сгорело. Магнус в Чикаго, Виктор в Перте. Тут нарост. И Перт растет тоже. Что-то коряво австралиец Перт поставил. Вообще так. А сколько я еще не встретил цивилизации? Раз, два, три. Только Россия не встречена, во-первых. Которая уже, наверное, в свое православие. Нет, тут буддизм, кстати. Буддизм, синтоизм. Вообще что-то православие. Победил. Так, отлично. Значит, у нас... пять очков. Очки еще даются у нас за... вот я не... ну, за статуи свободы, это да, как, какое-то еще на верование у нас какие-то чудеса. И, по-моему, это здесь. Блин, вспомнить бы еще какое-то чудо. Нет, не Монсен Мишенник, атаку ин. Храм Минакши? Нет, не храм Минакши. Храм Махабодхи апостолов дает. Блин, в упор забыл. Кстати, может мне тогда в статую свободы идти лучше? Семь разных спецрайонов. У меня уже построен дипломатический, кампус, коммерческий, промышленный, гавань. Ну, надо театральные развлекательности. Давайте я, наверное, все-таки пойду в статую свободы. И все-таки она дает 4 очка дипломатической победы. И это, по-моему, круто. Блин, а какое же еще чудо дипломатические победы. Да, блин, вообще в упор забыл. Какое-то еще чудо. Вот 100%. Нет, не собор, не Тадж-Махал. Оно, по-моему, раньше храма. Раньше статуи свободы, точно. Альгамбра нет. Великий Зимбабве нет. Запретный город нет. Дворец Потала. Ну, плюс одно очко дипломатической победы, но я не это имел в виду. Я еще какое-то чудо, которое, по-моему, 2 очка дипломатической победы дает. Но вообще дворец Потала тоже можно построить. Ему же только холм нужен, да? А его, походу, кто-то построил уже. Прикольно. А еще у нас была какая-то просьба о помощи. Я за нее голосовал, она, походу, не прошла. Почему-то. Блин, что ты ко мне идешь сюда? Вот же ж варвары. Ай-яй-яй. Сейчас могут еще ваншотнуть. Блин, нормально так вообще? И Вьетнам расселился. Еще плюс 3 очка. Не, ну я тут точно уже в героическом. Я, наверное, не хочу... Я, наверное, оставлю здесь пока лошадь. Не хочу кругосветку заканчивать. Тут буквально чуть-чуть осталось, получается. Тут даже не видно, когда... эпоха заканчивается. Библиотека в Перте. Универ, давайте. Так, 150-237. Ну вот, Аравия, наверное, так и остановится на этом, к сожалению. Вот, я так...
расстраивает, что компьютер в определенный момент просто бросает развиваться. Чё так? Зачем он так делает? Англия какие-то города основывает. Кстати, а какие отношения между Англией и Китаем? Китай, очевидно, захватил несколько городов Англии. А, война. Прям конкретно они воюют даже. Пак. Все, минус, походу. А нет, пока вроде убегаю. Так, у кого-нибудь уголь уже есть, кроме меня? Блин, не хочет продавать уголь. Еще метеорит. Интересно, а какая логика в том, что за нахождение метеорита тебе дают тяжелую кавалерию? Не плыву туда, чтобы кругосветку не сделать. И конем, в общем-то, здесь буду. Ну, так вот. Вверх пойду. А, блин, я ж могу еще все цивилизации таким макаром встретить. Нет, тогда тоже надо просто стоять на месте пока. Бар в Сан-Франциско. Еще промышленную зону. Вообще вот здесь на плюс 3 можно. Не хочу эти клетки убирать для акведука. Кампус. Плюс 4 будет. Найс. Ну давайте промышленную вот сюда. А здесь надо пометить, что кампус нужен будет. Так, нам нужна театральная площадь и развлекательный район. Я думаю, что развлекательный вот сюда поставим. Вопрос только, да, в Вашингтоне все в том же Вашингтоне. То есть и театралку, и развлекательный в Вашингтоне построим. Все влезет. Убегаем от варваров. Да, блин. Специально встали, чтобы я высадиться не мог. Все, стою. Чтоб кругосветку случайно не сделать. Блин, еще в героический век выйду, вообще зашибись. А кто еще с Римом воюет? Франция? А, и Канада тоже. Еще одно катастрофическое извержение. Эти красители поломали. Так, никто не фабрика. Угольную пока, наверное, не буду делать. Давайте театралку. И развлекательный комплекс. Это, конечно, благодаря Артемиде. Вот такой у меня Вашингтон на 17 жителей. Ну хватит, что вы за мной бегаете тут? Ну, вы знаете, линейные пехотинцы вполне могут Сан-Франциско и захватить.
Так, где тут рабочий был? Вы прикалываетесь. Они прикалываются. То есть я был здесь, он тут стоял, теперь я стою здесь, он сюда встал. Чтоб я не высадился. Ну, я не знаю тогда, как мне. А давайте просто вокруг плавать. Блин, тут реально столько нормальных островов для заселения. Вместо того, чтобы их заселять, ацтеки и... Кого я тут еще видел? На острове. Ой, и Япония какие-то островки в одну клетку занимают. Вместо вот тех огромных островов. Две верфи. Вообще пошли в авиацию. Я не знаю, надо ли мне чудо строить. Не, я бы, конечно, рурку построил, но, к сожалению, в столице негде. Там только промышленные эры чудо надо, да? О, возрождение через 10 ходов закончится. Зашибись. Как раз выйдем в героический век. Может, тут мастерскую купить и начнем сразу дамбу строить. Да, наверное, куплю мастерскую. Посмотрим, какой урон Сан-Франциско нанесет. Вообще должен больно бить. И там еще и каперы откуда-то прибыли. Что это за фигня? Почему такие варвары очень лютуют в этой партии? Блин, Германия еще какая-то островная империя в этой игре. Блин, у меня латник, наверное, больно будет бить, если я тут высажусь. Давайте посмотрим, ладно. Это ж, знаете, они ж не пикинеры. То есть они, по идее, той же эпохи, что и рыцари, юниты. Всегда смогу уплыть потом. О, тут центра коммерции нету, кстати. Блин, ну, видимо, вот тут придется делать. Ладно, это после фабрик. Потом в развитии у нас. Хотите власть над миром захватить? Конечно, хочу. Оксфорд, Виктория построила. Тебя там захватывают, а ты Оксфорд строишь. Так, какой-то кризис. Мне кажется, против Китая, у меня такое ощущение. Нет, гуманитарная помощь кому-то. Не должен убить, я следующим ходом просто спрыгну. А не хочу дружбу продолжать. Универ разграбили.
Это капер. Прикиньте, это капер разграбил универ. Ой, блин, как больно. А чё так больно-то? Блин. А, вот этих надо уже куда-нибудь отправлять. Во, в Ньюкасле. Центр коммерции. И хоть где-то попрокачиваем пока. Ну и куда капер делся? Блин, что происходит, я не понимаю. Был капер, который разграбил мне только что универ. А, наверное, Сингапур убил. Единственный вариант. Да, конечно, как-то очень прикольно карта сгенерировалась. Пожалуй, надо всех губеров. Мне в Чарльстон надо губера. И в Бостон. Куда? Наверное, в Чарльстон лучше. Есть разведывательное управление. И больше ничего в этом городе нету. Ну, рабочих надо делать. Торговца я, наверное, куплю просто где-нибудь. 385 следующим ходом. Опять, я вот хотел в Сингапур отправить. Как можно отправить в Сингапур, когда тут каперы плавают? Но, видимо, все-таки надо в Сингапур отправить. У нас все-таки принято 100% к производству... Ой. 100% к типичным бонусам от города-государства при отправке в него караванов. А у нас как раз фабрики уже есть, то есть как раз те самые 100% будут. Блин, а как мне справиться вот с этими ребятами? Мне надо открывать строительную инженерию и апать... Пожалуй, юниты. Откуда там вообще такие сильные юниты появились? Хрен знает. 5 клеток разграблено. А, тут не видно капер. Блин, я забываю. Они же... Короче, капер тут стоит. Его просто не видно, ребят. Эта тварь вот тут стоит и грабит мне территорию. Я совершенно забываю, что они невидимые. Так, значит, это разграблено. Еще тут мне грабят. Фак. Откуда они вообще взялись? Ко мне не приходил никакой скаут. Короче, я теперь не с другими цивилизациями, а с варварами. Америка падет под атакой варваров, скорее всего. Да не, не пойдет. Не беспокойтесь, я отобьюсь. Или нет? Блин, вот это все надо отремонтировать. Фак. Чуть такие какие-то большие проблемы начались. Гамильтон увидел. Сейчас отплывем этот полуостров. Тут вот пиратская вольница еще одна. Есть развлекательный. Что там я ускорил? Строительную инженерию, авиацию. Так. Ну, торговца надо делать. Не хочу, кстати, тратить деньги на покупку. Я сейчас буду тратить деньги на апгрейд юнитов. И какие у нас чудеса вообще доступны? Тадж-Махал.
Не, ну Тадж-Махал просто на... А, только рядом с рекой. Ну вот здесь, например, можно. Там Петра должна быть. Чеченицу негде строить. Петру надо будет построить. Мавзолей в Геликарнасе. Ну, мне негде. Негде. Да, что-то чудеса никакие не строятся на самом деле. А можно Сан-Франциско проатаковать? Потому что интересно, смотрите, как линейная пехота, какой урон. Мне кажется, тут должен быть так нормально. То есть я бы за Сан-Франциско побеспокоился. Еще три клетки разграблено. Ты сволочь где? А нафига вот варвары грабили этот кампус? Они ж не получают науку никакую, ничего. Непонятно. Так, надо вылечиться здесь рыцарем и поплывем наказывать. Слушайте, а я линейную пехоту вообще открыл? А я не открыл. Мне бы в нее выйти вообще-то. Блин, а смотрите, где уже Англия, Канада, Вавилон и Саладин. Причем я удивлен, что Англия там, когда ее Китай захватывает. Ну, тут такие серьезные, конечно, мировые войны сейчас. Ой, первый торговый пост. Сколько ходов осталось? 7. Ну, одно очко эпохи я явно где-то да насобираю. Пройдемся по городам. Блин, тут мне Петра нужна. Ну чё так долго? Надо пару, наверное, караванов перекинуть в Балтимор и... Собственно... На производство отправить. Блин, вот эти, конечно, варвары меня тут все очень сильно портят. Ну, я, кстати, отстаю по науке. Имеются проблемы. Значит, в Балтимор, я сказал. И следующим, вот после рабочего, прям сразу Петру поставлю. Более что присоединилась та клетка, которую я хотел... На которой я хотел Петру ставить. Давайте открытые границы с Австралией. Причем только от него открытые границы хочу. За 9 монет однократно, нормально. Так, куда? Я надеюсь, Сингапур добил. Да, я думаю, что он добил капер. Вряд ли он тут где-то есть. Он не мог мимо меня и зоны контроля уйти. Вот тут из Лос-Анджелеса. Так, это мы перебрасываем тоже в Балтимор. Тайв Чикаго.
Чикаго, конечно, отвратительный город, честно говоря. Просто вот без производства просто... А! Очень мне не нравится. Культуру хоть какую-то поднимем. Блин, может Таншан захватить? Да хватит, блин. Они меня все ломают. Строительство чудес, создание строителей. Ну, вообще, конечно, статуи свободы надо бы. Но опять же, я только в Бостоне смогу ее строить. Пока мне надо скидка на улучшение юнитов. 5. Давайте вместо гражданского авторитета... Амани, последний губернатор в Бостон. Не, ну требушеты апать. Не вижу причин. А с другой стороны у нас все остальное... А, нет, еще вот здесь где-то юниты. А, нет, тут все уже тоже улучшено. В принципе, раз карточка стоит, то можно трибушеты улучшить. А, блин, у меня селитра закончилась. Самое лучшее производство в Кардифф и в Сингапур. Но, блин, Сингапур через... Ну, я думаю, что мы убьем этого арбалета. Так что давайте Кардифф и Сингапур. Всё, уже и у варваров каравеллы появились. Печаль. Да, вот это сложность игры на карте континенты и острова. Потому что компьютеры почему-то не хотят особо эти самые острова заселять. И там начинают варвары плодиться просто в несметных количествах. Смотрите, где поставил Канада город. То есть это даже не тундра, это снега, просто тупо в снег. Интересно. Наверное, может, просто выше моя лояльность очень высоко работала. Ну, то есть я не понимаю, почему туда Англия поставила, честно говоря. Надо было все-таки раньше национализм открывать. Блин, Англия не хочет угля продать. Вот давай ты мне продашь угля за... За селитру. Не, хотя мне селитра тоже нужна. Видите, сколько у меня мирового влияния?
Не, вот это дорого как-то. Не, не хочу пока. У меня тем более еще угольных фабрик нету, смысл. А я еще надеюсь, что я свой уголь обработаю, и что Сингапур мне еще будет продавать. Отдавать. Пора уже этот кампус бедный мутузить. Давайте, наверное, тоже из Балтимора отправлю. Блин, такие места еще. Столько мест. Бар в Чикаго. Кстати, наверное, да. Я, наверное, даже куплю его. А построю универ, пока действует увеличенное производство в кампусе. Блин, все разграбили, варвары, все в Сан-Франциско разграбили. Да вы прикалываетесь, я все-таки не убил этот капер, вот он где. Это просто, я не знаю, как варвары действуют так, вообще не понимаю. И как он смог убежать от меня? Или на капер зона контроля? Не, по-моему, действует зона контроля на капер. Больно. И не убиваю. Блин, там уже пушки пошли на Сингапур. Я охренею с варваров в этой партии. А что у нас открытые границы с Римом? Блин! А, ну мы ж вы... Слушайте, тут стоят юниты Рима, купленные хрен знает когда. Я вообще по их поводу не беспокоюсь. Сейчас у меня рабочего заберет. Блин. Я ж сам объявил войну Риму. Вот я молодец. Не, ну требушеты не буду трогать. Или... Попробовать аншан захватить. Там же еще карточки у меня работают, да? Так, может мне кто селитру продаст? Золота за влияние.
Ну, 31 влияние. Я думаю, норм. А, теперь денег не хватает 8. Блин, буквально. Так, это мне надо 20 монет. Ой, рыцаря поймали. А он и... Подождите, он из Хамурапи воюет? Да. Да, Рим, конечно, со всеми что-то контрах. Блин, как мне со всеми этими варварами разобраться? Да, захватили рабочего. Я вообще не понимаю, как я пропустил это. Я вообще вижу, что юниты Рима стоят. Я что-то полностью уверен, что я с ним не воюю. Ну, вообще, по-хорошему, я, конечно, могу с ним мир заключить. Но сначала, мне кажется, надо эти юниты уничтожить. Блин. О. Так, а пушки я открыл? Нет. Ну, смысл мне тут стоят арбалеты, я с Канадой даже не планирую воевать. Так, ну вот тут надо треугольничек сделать из... Я хочу выйти в линейных пехотинцев, апнуть туда. Национализм пока не буду открывать. Национализм. Карточку надо будет менять. Блин, все пограбили просто. Блин, и все лагеря, главное, на побережье. И этот кучу кораблей генерирует, и этот. Прям жалею, что сейчас ставил какие-нибудь города на побережье. Лучше бы сидел себе спокойненько внутри континента. О, кстати, в Маскат можно еще будет поотправлять. Ну, в общем, можно будет поставить первого посла. Франция осудила Рим. Ну там получается, кстати, с другой стороны Австралию подселил Рим как раз. И вообще Австралии надо было сюда селиться, где Канада поставила города. Два юнита потеряно. Подождите, но это, наверное, не мои юниты. У меня тут не было юнитов. Это... Короче, буря, видимо, этих варваров уничтожила.
что тут надо засвечивать территорию. Какой-то вообще варварский набег на Сингапур. Дикие орды. Или пока тут не обрабатывать ничего. Ладно, подумаю пока. Но я не хочу там клетки просто покупать. Бля, сколько ходов занимаюсь тем, что просто ремонтирую. Так, ну вот мы угольную электростанцию. К этому моменту надо будет уголь все-таки какой-то где-то купить. Мы еще Корею не встретили, Россию не встретили. И кого-то еще. Не успел я дамбу достроить опять. Ну что, вышли в индустриальную эпоху, в героический век. Я думаю, это замечательный повод, в общем-то, серию завершить. Героический век американской государственности. Я сделал Америку великой снова, конечно. Но я смотрю, что вон соперники улетают просто в путь. Отстаем. 6 цивилизаций впереди по науке. Ну, по культуре всего лишь Китай один. По количеству технологий тоже не все так весело. Блин. И варвары донимают. Просто очень сильно. Ну, это уже в следующей серии будем разбираться. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. На этом все. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!